Добрый день, друзья! Я рада вас приветствовать. Сейчас вы на презентации SkyVault Community. Я представлюсь сначала. Меня зовут Наталья Косполова. Я буду вести сегодняшнюю встречу. И будут, когда у вас по ходу вопросы, вы можете мне писать. Вы можете их формировать в конце встречи. Но немножко я о себе. Я педагог. Я тот человек, который очень долгое время я работала в MLM-бизнесе. Также я знаю, что такое работать с людьми, что такое доносить информацию, общаться. И, конечно же, что такое инвестировать в свое собственное обучение, в свое будущее, это также. Сейчас, с 2015 года, я узнала об уникальной возможности стать инвестором компании SkyWay и не просто-напросто инвестировать в эту замечательную технологию, но еще и говорить о ней и развивать здесь свое собственное дело. Я так думаю, что сегодня будет у нас информация в записи, вы сможете передавать своим друзьям, своим партнерам, своим близким, ну и, конечно, потенциальным инвесторам, которые интересуются данной технологией. Ну что ж, поехали. О чем будет сегодня речь? Что вы узнаете? Вы знаете, что такое технология струнного транспорта? Важные преимущества, перспективы, достижения развития проекта, возможности и выгоды личного участия в проекте SkyWay. Возможности и личные выгоды участия – это будет во второй части, так что не расходитесь. Вы обязательно познакомьтесь, каким образом можно войти действительно в проект, какие возможности для своего будущего, для своего настоящего, что вы можете получить для продвижения данного проекта. Итак, я сейчас показываю вам несколько иллюстраций, это модели, модели уже готового транспорта, это не фантастика. Это уже реальность, и с этой реальностью вы можете познакомиться очень скоро. А сейчас я хочу показать, вот посмотрите, вот эти иллюстрации, это из рода фантастики, которая была еще 100 лет назад. Вот. Более 100 лет назад художник-фантаст изобразил мир будущего. Каким он его видел через 200 лет? Представьте себе, он предсказал транспорт, который будет перемещаться над головами по легким эстакадам. А также автор достаточно точно предсказал транспортный коллапс на Земле. Вот такой. Но ошибся он всего лишь на 100 лет, можно так сказать. А вот это наша действительность на дорогах. Кто с этим знаком? Посмотрите, как много транспорта. Сейчас развиваются огромные мегаполисы. Очень много людей, скопление машин. Многие люди приобретают по две машины. И у многих мечта передвигаться на машине. Но вот такую, вот это я не вижу мечтой. Какие проблемы, с какими проблемами сталкиваются крупные города, перезагрузка транспортных путей, отсутствие безопасности, загрязнение окружающей среды, большой расход энергии, который требуется для того, чтобы запустить данный транспорт. А это наши современные города, вот здесь Москва и Нижний Новгород. Также развиваются сейчас мессенджеры различные, которые показывают
где же пробки на дорогах, как же все это объехать. Но однако же, посмотрите, это час пик, все дороги, они красного цвета. Очень трудно сейчас миновать эти пробки. Посмотрите, вот это европейские, вот этот европейский транспорт, общественный транспорт, маленькие автобусы и большой автобус двухэтажный. Двухэтажный автобус, это в Лондоне. Многие пассажиры очень любят залазить на второй этаж, ехать на втором этаже, чтобы смотреть свысока на город. Такое его любимое место передвижения. А здесь, где вы видите трамвайчики, да, это они, для них нет выделенной линии. Они едут наравне также с машинами, а если пробка на дороге или машина припаркована не так, то некоторый раз водитель этого транспорта выходит и ищет в кафе или сигналит, ищет того человека, водителя, чтобы убрать транспорт с дороги. Вот. Это сегодняшняя такая реальность в европейских городах. Так, посмотрите, также порты. Очень много скапливается груза для того, чтобы перевозить его. И современные аэропорты, когда отменяются из-за непогоды рейсы, очень много людей скапливается в ожидании. И бывает часами, а бывает и сутками ждут своего рейса. Если брать какие-либо сегодняшние условия, да, то это просто-напросто большое бедствие. Так, и, конечно, когда человек внедряется в природу, то природа, она также платит. Природа, она живет своей жизнью. И у природы свои законы. Здесь разрушаются дороги, заметаются песком. В северных районах наших стран не просто пробки на дорогах, а все заметает, дорогу не видно. И сами водители, пассажиры, они просто толкают этот транспорт. Мне знакома данная ситуация только потому, что я живу на севере. И часто я встречала вот именно такой момент, что машины не заводятся. Это большая проблема. Машина, она не может ехать, потому что заносы на дорогах. Есть еще, когда вырабатывается топливо, то происходит большое загрязнение. Большое загрязнение окружающей среды. Это наша глобальная проблема. Сейчас об этом говорят очень многие СМИ. Это просто катастрофа. Гибнут животные, задыхаются люди. Дальше гибнет природа. Нефтяной край. Посмотрите, когда выкачивается нефть, то земля заливается водой. Дальше нефть, она выходит на поверхность, гибнут леса. И просто очень жаль, что это происходит по вине человека. Загрязнение среды, транспорт, он очень серьезно загрязняет окружающую среду. Однажды, когда я беседовала с одной молодой девушкой, с тремя детьми, она говорит, да, не поверила действительно в существование и функционирование воздушного транспорта. Я ей привела такой пример. Когда ты с маленькой девочкой идешь по дороге, также с коляской, где у тебя лежит ребенок,
Ты идешь рядом с дорогой, проезжают машины, и как раз выхлопная труба, она находится на уровне той коляски, которую ты везешь. И что происходит? Твои дети дышат вот этой гарью. И когда это трогает самого человека, тогда человек, он смотрит на эту действительно проблему, как на свою. И если он абстрагируется от нее, то он смотрит, что проблем нет. Но посмотрите, также есть, существует вот такой подход, что человек желает укротить природу, да, и через реки, дальше через лесные массивы он строит большие мосты, но это огромное вложение. И это огромное-огромное вложение, которое человек создает. И материальное вложение. Экономически это очень невыгодно. Транспорт второго уровня, он есть. Посмотрите, есть вагон в Германии. Он уже функционирует, но здесь можно увидеть, что этот вагончик, да, он закреплен как колесами вверх. А это в Китае, китайский такой трамвайчик. Он идет также на втором уровне, да, колесики также находятся вверху. Это фуникулер. Фуникулер. И слева и канатная дорога справа. Они не имеют собственного двигателя. Их перетаскивают канатом, и самостоятельным транспортом они не являются. Мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу, не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. Это слова генерального конструктора Skyway Анатолия Эдуардовича Юницкого. Именно Анатолий Эдуардович, он решил и дать миру выход из создавшейся проблемы, из создавшейся ситуации. Простой выход, экономичный и реализуемый. Посмотрите, это та мечта, которая да, которая реализуется. Транспорт, который рисовал и предсказал художник-фантаст, да, вот это вот как раз и есть реальность. Транспорт второго уровня. Натянутые струны человек использовал давно. По такому принципу работают путевые структуры струнного транспорта. Посмотрите, струны, преднатянутые струны. Вот эта струна. Вот здесь винты, которые поддерживают современные мосты, могут служить основой струнной и путевой структуры. Винты, они служат основой. Вот схема работы такой структуры. Посмотрите. Да. А вот это сечение рельс, струнного рельса. Головка рельса. Сами стальные струны. Корпус рельса. Наполнитель. А это три возможных варианта путей: полужесткая, жесткая и гибкая. Вот гибкая и полужесткая, а вот это жесткая. Автор и генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий работал над этим проектом более 40 лет.
Так вот, каким же образом струнный транспорт может решить проблемы современного мира? Проблема это перегрузка транспортных путей, отсутствие безопасности, загрязнение среды, большой расход энергии. Более экономичные двигатели, да, конечно, но тут надо учесть, что при больших скоростях основной проблемой расхода топлива является сопротивление воздуха. У подвижного состава струнного транспорта нет проблем с наземной турбулентностью. Если к этому прибавить уникальный суперобтекаемый корпус, то можно достичь ранее невозможных аэродинамических показателей. Рассмотрим расчетные данные двух видов транспорта второго уровня. Вот, посмотрите. Вы можете поставить на паузу и рассмотреть данные показатели. Вопрос, который чаще всего задают люди, как обеспечивается безопасность пассажиров, поднятых над землей? А вот таким образом. На схеме показана противосходная система, которая осуществляет полный надежный контроль за продвижением. При строительстве современной дороги необходимо перемещать огромные массы грунта или даже взрывать скалы. Очень много на планете Земля скалистых местностей. Я ездила, когда передвигалась по военно-грузинской дороге, у меня просто дух захватывало. Также есть камнепады, которые есть оползни, есть обвалы. И это очень серьезно, когда транспорт едет в два потока. И скалы, которые с обрывами, это очень страшно. Посмотрите, сколько необходимо человеку трудиться над тем, чтобы построить дороги в горах, чтобы построить дороги в болотах. Очень много в России полезных ископаемых, но для того, чтобы подобраться к полезным ископаемым, необходимо прокладывать дороги. Но есть такая определенная статистика, что, допустим, добыча полезных ископаемых, она становится очень-очень трудоемкой и бывает, что и нерентабельной, потому что это очень затратно, это очень затратно и не окупается. Обратите внимание, да, это внимательно рассмотрим сравнительные характеристики. Преимущество струнного транспорта очевидно перед тем транспортом, который я показала. Каковы же преимущества? Вы видите, это экологичность, да? Это расход энергии гораздо меньше. Зеленые столбики – это все транспорт Skyway. Это безопасность. Самое главное – это безопасность. Больше и больше сейчас мы в новостях слышим, что погибают люди под колесами транспорта. И в год погибает больше 1,5 миллиона человек. Транспорт, машины, очень многие мечтают его иметь, но однако же также никто не желает быть в катастрофе автомобильной или потерять также своих близких. То есть это все палка о двух концах. Однако же смотрим, когда мы здесь не просто автомобильный транспорт, но и ЖД-транспорт, самолеты, автомобильный транспорт, так, самолеты, да, дальше морской транспорт. Сравните, пожалуйста, показатели. Skyway выигрывает по всем показателям. Несколько моделей уже создано. Это варианты
моделей. Это грузовые модели, это пассажирские. Перед тем, как выйти на рынок, любое транспортное средство, особенно связанное с перевозкой людей, должно пройти множество тестовых испытаний. Документы, подтверждающие, что струнный транспорт прошел испытание, можно без труда найти на сайте. Технология струнного транспорта получила 83 патента в 18 странах, от США до Китая. И, конечно же, несомненно, провести такую титаническую работу за рекордно короткий срок не в силах одному человеку. Для этого в Минске, Республика Беларусь, была создана компания Unitsky String Technologies. И с 2019 года в компании работает более 1000 человек. Это высококвалифицированные специалисты. На собственном производстве уже спроектировано и изготовлено 11 сложных машин, грузовых и пассажирских, городских, междугородных, скоростных и высокоскоростных. Недалеко от Минска находится экотехнопарк. Первая испытательная сертификационная демонстрационная площадка. Посмотрите, вот это модели, они функционируют уже в экотехнопарке. На этой картинке вы видите инновационный центр Skyway в Шарже. Это научно-производственный кластер, который станет аванпостом группы компаний Skyway при выходе на рынок Ближнего Востока и Азии. Транспорт в Арабских Эмиратах будет еще одним доказательством, что технология может работать в любых климатических условиях, зонах планеты. В планах компании не только разработка транспорта, есть проекты также и экологических домов, а также грунтов с уникальными плодородными свойствами. Ну и, конечно же, линейные города – это новое слово в градостроительстве. И это не фантастика, это уже реальность. Практически уже готовится к выходу, и мы будем жить в этой реальности. Итак, подведем итоги. Надземный транспорт Skyway инновационный, скоростной, безопасный, экономичный, легко интегрируемый, экологически чистый, думающий о здоровье человека и заботящийся о нашей планете. Если у вас есть вопросы по технологии, то пишите. В конце я также выставлю вам слайд, на котором есть мой почтовый адрес, e-mail, на который вы можете выслать мне вопросы свои. И я с удовольствием вам на все вопросы отвечу. Итак, первая часть от технологии закончена. Так вот, каким же образом можно стать совладельцем данной технологии? В нашем современном мире очень быстро все развивается. Прогресс не стоит на месте. И мы знаем, что компании, которые выводят на рынок новые прорывные технологии, такие компании, как Google, Apple, Alibaba, Microsoft, Walmart, Boeing и другие компании, да, они очень быстро стали неотъемлемой частью нашей жизни. И это яркие примеры, как новые технологии делают богатыми своих создателей и людей, которые инвестировали в эту технологию на начальных этапах развития или на сегодня. Также есть много интересных инвестиционных предложений и этих компаний, и других развивающихся. Skyway, по прогнозам экспертов, захватит до 50% транспортного рынка.
Так вот, насколько же выгодно иметь доли SkyWay? Насколько же выгодно стать совладельцем этой транспортной технологии? Технологии будущего, которая уже в реальности строится. Насколько это вам интересно? Компания стала, каждая компания, она имеет 15 этапов развития. И каждый этап развития несет большое количество работы, которую необходимо сделать для того, чтобы реализовать технологию в жизнь. Итак, начало разработки это в 1978 году Анатолий Эдуардович стал ее разрабатывать. Это уже около 40 лет. Представьте себе, даже больше. Но в 2014 году, да, настал этап краудфандинга. Компания, она развивается. Развивается в виде краудфандинга. Это платформа, финансовая платформа. На сегодняшний день профинансированы 15 этапов развития проекта. Кто финансирует? Это обычные люди. Мы на 14 этапе развития. И у вас есть возможность оформить инвестиционные доли SkyWay с дисконтом до десятка раз от потенциальной номинальной стоимости долей проекта. И до окончания 15 этапа стать совладельцем международной транспортной компании. Еще раз хочу сказать, что вот посмотрите, остается один небольшой этап. Мы уже находимся на той зоне безрискового такого инвестирования. Компания SkyWay – это проект венчурный. Но когда в 2014 году, когда начиналось финансирование, это было очень рискованно, потому что еще только-только был заложен первый километр, и еще было не построено, не сертифицировано ни одно транспортное средство. Сейчас уже практически все готово. Почему сотни тысяч людей из разных стран инвестируют в технологию SkyWay? Развитие идет через краудфандинг. Любой человек, вносящий свой вклад в развитие технологии SkyWay, помогает сохранить экологию планеты для себя и для будущих поколений. Доступные инвестиции для всех слоев населения от 50 долларов. Вы становитесь совладельцем всей технологии и при успешной реализации сможете получать дивиденды от каждого действующего проекта. Инвестировать можно онлайн из любой точки планеты, открыв свой личный кабинет. А также можно создать свой бизнес благодаря обучению и лучшей партнерской программе. Это как раз те возможности, которые предлагает нам компания. Посмотрите, да, очень много людей, которые посещают экотехнопарк. Это экофест. Каждое лето люди с разных стран приезжают, чтобы встретиться с Анатолием Эдуардовичем, задать ему вопросы, чтобы побеседовать друг с другом, поделиться эмоциями и прокатиться, конечно же, на том транспорте, который уже готов для людей. И заинтересованность людей, да, люди заинтересованы, люди хотят самостоятельно влиять на свое будущее и готовы это делать. А когда конечный потребитель инвестирует в развитие продукта, это доказывает его востребованность и необходимость на рынке. А эта группа лидеров, которые были на обучении в Арабских Эмиратах и посетили полигон в Шарше. И посмотрели, как строится данная система там. Как же получить долю в компании, которая изменит индустрию транспорта?
Необходимо зарегистрироваться в личном кабинете инвестора по той реферальной ссылке, которую вы получите от того человека, кто вас пригласил. Важно прочитать инвестиционный меморандум в разделе «Документы» для того, чтобы понять действительно полностью все этапы, юридические этапы для вас. Если желаете по максимуму получить ответы на все вопросы, то для вас 100 вопросов и 100 ответов от самого генерального конструктора. Выберите подходящее для вас инвестиционное предложение и оплатите удобным для вас способом. Есть различные пакеты, которые вы можете приобрести для себя как в рассрочку по месяцам, так же и разовым платежом. Что такое дисконт? Очень многие люди спрашивают. Так вот, это во сколько раз текущая стоимость долей проекта ниже, чем номинальная? Когда стартовал проект, то за номинал была взята одна доля к одному доллару США. Так вот, посмотрите, допустим, пакет по дисконту 1 к 60 стоимостью 600 долларов, да, то, что сейчас идет акция от компаний до 30 июня, это самое выгодное предложение на сегодня. Количество долей 36 тысяч долей при соблюдении всех условий компании. В рассрочку на 12 месяцев это по 50 долларов. Это доступно каждому человеку. Вот пакет по дисконту 1 к 100 стоимостью 1200 долларов, да, количество долей 120 тысяч долей, в рассрочку на 12 месяцев 100 долларов. Хочу сказать, что это также доступно для людей, которые желают иметь крупный пакет акций, крупный пакет долей. И каждый из вас, он может на сайте компании выбрать для себя тот пакет, который ему приглянулся. Это предложение 2021. Конечно же, компания имеет еще различные инвестиционные предложения, такие пакеты, как Кинотранс, Быстрый старт. Но когда мы рассмотрим здесь доли, то к... Смотрите, здесь 600, за 600 долларов ты будешь иметь 18 тысяч долей. Гораздо после 30 июня эти пакеты, они также будут очень выгодны для людей, которые хотят получить для себя доли компании. Пакеты «Малыш», пакет «Студент». Это говорит о том, что компания, она также заботится о детях и о будущем поколении. Очень многие партнеры, наши инвестора, они приобретают наследство своим детям и внукам. Я пролистываю быстро, только потому, что здесь очень трудно разглядеть все инвестиционные предложения компании. Однако же, когда вы зарегистрируетесь и получите для себя абсолютно бесплатный кабинет, вы сможете подробно рассмотреть и выбрать для себя то предложение, которое вы сможете оплатить и получить также документ. Документ, какой вы получите документ после инвестирования? Вы будете внесены в реестр собственников и сможете заказать документы, подтверждающие право владения долями. Это сертификат собственника, содержит он ваши данные, а также общую информацию о приобретенных долях, выписку из реестра. Что она содержит? Детальную информацию о приобретенных долях и используется для юридических соглашений, например, оформление процедуры наследства. Заказ документов будет доступен вам через 3 месяца после инвестиций. Вот.
У меня уже несколько сертификатов есть. Я есть в реестре, и также и мои родные, и близкие, они также с удовольствием имеют такие сертификаты. В чем выгода для нас? В случае успешной коммерческой реализации проекта вы сможете получать дивиденды от проектов SkyWay или заработать на повышении их стоимости при выходе на биржу. По инвестиционному меморандуму на дивиденды будет направлено 20% от прибыли всей компании. Вы знаете, это очень выгодное предложение и очень щедрое предложение. И очень много людей сейчас это используют. Тысячи и тысячи людей благодаря вознаграждениям по партнерской программе увеличили свой инвестиционный пакет. Так как в компании есть партнерская программа, это берут люди как для себя как дополнительную возможность, чтобы увеличить свой пакет или получать вознаграждение уже для улучшения качества собственной жизни. И на сайте компании вы также сможете найти в разделе «События» вебинары. Вебинары, каким образом можно поднять свой бизнес в компании, как создать команду, как увеличить свои доходы, как привлекать новых и новых партнеров и потенциальных клиентов. Это называется программа, обучающая программа по дубликации. Я также буду проводить следующий вебинар, который будет у меня обучающий. Это 25 июня. Программа вебинара будет «Как построить успешный бизнес в компании SkyWorld Community». Он будет в течение 1,5 часов. Я буду делиться с вами своими навыками и также буду делиться с вами своим опытом построения крупной команды и также общения с людьми, дальше завершение сделок, ну и, конечно, поделюсь, как построить группу, используя ту партнерскую программу, лучшую партнерскую программу компании SkyWorld Community. И сейчас то, что вы собрались сегодня на моем таком небольшом вебинаре по презентации нашей великолепной струнной технологии, да, то что именно вас заинтересовало? Кто из вас уже является инвестором, вы можете отметить, а кто впервые на данной площадке, кто впервые слышит о нашей программе? Если вы впервые, то что вам не хватает для принятия решений? Готовы ли вы поддерживать данный проект? Задайте себе такой вопрос. Зная, что есть рассрочки, и зная, что проект SkyWay реализуется, насколько интересно вам в течение нескольких месяцев, да, иметь средства для инвестирования? Что больше для вас привлекательно в данном проекте? Это возможность инвестировать или экологическая составляющая, или партнерская программа? Или как эффективно начать? Что именно? Какие вопросы для вас? Так вот, на все эти вопросы вы можете ответить в нашей обучающей программе и выбрать ежедневные вебинары, которые проходят на разных языках, в разное время, в различное время.
И сейчас компания развивается, и в компании происходит действительно завершающий такой вот этап, и каждому из вас можно войти в такой вот последний, как говорится, вагон или заскочить на подножку уходящего поезда Skyway. Посмотрите, вот это наши, многие люди, они просто мечтают жить в таких городах, экологически чистых. И та мечта, которая есть у человека, это первая ценность. Ценность будущего для поколения. Вот именно сюда хочется вкладывать для того, чтобы жить в таком красивом мире. Написать письмо вы можете мне на почту. И также посмотрите, здесь главный сайт компании. Также есть сайт генерального конструктора Юницкий Energy. И также есть в социальных сетях через сайт ВКонтакте вы можете для себя выйти на все сайты, ресурсы в интернете и посмотреть, как переписываются люди, и стать также частью нашей большой семьи. Всего доброго! Благодарю вас за внимание. Если есть какие-то вопросы, то я обязательно прочитаю и могу ответить каждому на почту. Всего доброго! До свидания.